В Шымкенте воспитательница собрала компромат на заведующую детского сада и написала жалобу в агентство по противодействию коррупции. Она уверяет, что руководитель коробками вывозит еду из кухни, а также недоплачивает им зарплату. Систематические поборы, удержание заработной платы, оскорбление и вывоз продуктов питания из детского сада. С таким бесчинством, по словам нашей героини, которая просила не показывать ее лицо и не называть имени, столкнулась в детском саду номер 95 Алтындан в Шымкенте. Я работаю с детьми с 9 вечера и до 5. Вместо полуторной ставки получаю всего лишь одну зарплату по одной ставке. Остальные сотрудники также работают. Полставки отдают начальству, но говорить об этом мы все боимся. Помимо удержания части заработной платы, сотрудница рассказала и о том, что руководство дошкольного учреждения вывозит из детского сада продукты питания. В качестве доказательств воспитательница показала вот это видео. Кроме того, педагог утверждает, что в начале нового учебного года сотрудников собирали по 1600 тенге на облагораживание территории, которую здесь называют Арбатом. За разъяснением мы обратились в управление образования. Там сообщили, что проверки по факту этих жалоб уже ведутся. Управление образования не входит в компетенции насчет сбора денег. Это правоохранительные органы должны рассматривать эти вопросы. Мы направили письмо в трудовую инспекцию управления. На сегодняшний день мы получили ответ от трудовой инспекции. А там факты, указанные в жалобе, не подтвердились. Заявление от педагога поступило и в департамент агентства по противодействию коррупции, но там пока от комментариев воздержались. Бахром Абдуллаев, Виталий Зайнтинов, Информбюро Шымкент. Будьте в курсе всех важных событий, происходящих в стране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не забудьте включить колокольчик, чтобы получать новое видео.